Нет места домашнему насилию. Так называется акция, проводимая в регионе. Мероприятие направлено на предотвращение домашнего насилия, привлечение внимания общественности к данной проблеме, а также повышение общественного доверия к полиции. Мероприятие продлится до конца июня. По данным Департамента полиции Актюбинской области, в прошлом году было убито 9 женщин, а с начала этого года 5 женщин стали жертвами домашнего насилия. Инспекторы полиции приняли заявление от женщин. Далее по этим делам будет принято юридическое решение. И я, в свою очередь, совместно с прочими инспекторами, также буду выполнять соответствующую работу. С начала года за последние 5 месяцев, согласно статье 73 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, было выявлено 183 нарушения.